этого мотора вот у нас холодильник свет. Ну, холодильник толком не морозит. Там, может сказать, все пропадает, все, да, потому что варим чуть-чуть и потом отключаем. В общем, у нас вся зарплата почти уходит все на этот бензин. У нас нет газоснабжения, света и воды. Без холодильника это вообще невыносимо. Вот как я даже не могу даже сказать, как готовим на один раз покушать и все. Перебиваемся на комоны порой. Вот здесь у нас хранится только такие сухие продукты, как бы, ну, то, что мешает для просто обычного хранения. Как шкаф, да? Мы были на приеме у Корнеева, и это было в феврале 2020 года. И нас заверили, что в течение полутора-двух месяцев этот вопрос наш решится. Но, однако, до сих пор вот мы бедствуем. Им, мне кажется, наплевать на нас, на всех. Если мы... наши проблемы их не касаются. Они-то живут хорошо, у них все есть. Я не знаю, что... Не знаю. Просто... Мы просто обращаемся, чтобы нам хоть помогли вот как-то вот с этим светом, хоть нам сделали вот этот свет, хоть что-то, чтобы мы могли жить по-человечески, как люди.